4 марта 1917 года в Мариинском дворце состоялось заседание нового русского правительства в полном его составе. Немедленно же было отправлено по всем войскам фронта и тыла ниже следующее оповещение. 2 сего марта последовало отречение от престола государя-императора Николая II за себя и своего сына в пользу великого князя Михаила Александровича. 3 марта Михаил Александрович отказался воспринять верховную власть впредь до определения учредительным собранием формы правления и призвал население подчиниться временному правительству. Русский философ и революционер Борис Яковенко продолжал писать свою книгу, ставшую одной из первых посвященных русской революции 1917 года. В марте 1917 года завершилась 300-летняя история императорского дома Романовых. В России произошел государственный переворот, известный как Февральская революция. Каким будет новое государственное устройство державы? Останется ли она монархией или станет республикой? На эти вопросы предстояло ответить депутатам учредительного собрания. Выборы этих народных представителей должны были пройти по всей бывшей империи, а затем им предстояло встретиться в Петрограде, чтобы определить будущее государства. До этого власть в стране оставалась в руках так называемого временного правительства. Временное правительство – высший исполнительно-распорядительный и законодательный орган государственной власти в России после Февральской революции. Временное правительство существовало фактически в условиях двоевластия с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Свершившаяся революция вызвала волну восторга у многих жителей столицы и других городов. Воздух свободы настолько пьянил, что порой забывались и война, и холод. В эти дни никто не мог бы предположить, что новая власть не продержится и года. Но реальность неизменно напоминала о себе. А за общим празднованием уже проглядывали чувства тревоги и страх. Гудели серые от солдатских шинелей митинги, развивались красные полотнища, висели транспаранты с революционными призывами, звучали обращения «гражданин» и «товарищ», гремели революционные песни. Вместе с полицейскими и дворниками с улиц исчезли порядок и чистота. Революционные массы мусорили охотно и в волю. Теперь можно не бояться ни окрика, ни штрафа, ни ареста. Повсюду звучала нецензурная брань. Но подлинным наваждением стали семечки. Их шелухой были покрыты мостовые тротуары чуть ли не всех городов бывшей империи. Они были везде. На военных парадах, в солдатском строю и на нескончаемых митингах. Как вспоминал очевидец, от постоянного лузганья семечек стоял шум, напоминающий налет саранчи.
Па, ну что ты не спишь? Па! Со стороны современники видели в этой привычке что-то сродни нервному недугу, в котором было и проявление страха перед будущим, и стремление отвлечься, чем-то занять себя в бесконечных очередях за хлебом или другими продуктами. Митингам и собраниям прямо-таки не было числа. Собирались все, кто только мог, и все в той или иной форме выносили резолюции приветствия и поддержки Временному правительству и наилучшие пожелания его устроительной деятельности. Само Временное правительство переехало в Мариинский дворец, в здание бывшего Государственного совета. В те весенние дни в его составе собрались властители умов тогдашней русской общественности. И в первую очередь интеллигенции. В честности и добрых намерениях министров не сомневался никто. Сложнее обстояло дело с воплощением их прекрасных идей в жизнь. Сбывались самые мрачные опасения императора Николая II. Посол Франции в России Морис Палеолог так написал о новых правителях. «Ни один из людей, стоящих в настоящее время у власти, не обладает ни политическим кругозором, ни решительностью, ни бесстрашием и смелостью, которых требует столь ужасное положение. Одно и то же впечатление патриотизма, ума, честности остается от всех. Но какой у них обессиленный вид от утомления и забот». Задача, которую они взяли на себя, явно превосходит их силы. Председателем Временного правительства и министром внутренних дел стал князь Георгий Львов. Курьезный факт. На смену царям из рода Романовых пришел представитель старой царской династии Рюриковичей. Львовы были потомками древних смоленских и ярославских князей. Министром иностранных дел стал историк и публицист Павел Милюков. Должность военного и морского министра занял еще один любимец либеральной общественности – Александр Гучков. Ему предстояло отвечать за подготовку русской армии, которая третий год вела тяжелейшую войну, которая войдет в историю как Первая мировая. Портфель министра финансов получил Михаил Терещенко – крупный украинский сахарозаводчик, миллионер и меценат. А министром юстиции стал стремительно набиравший популярность Александр Керенский. Временное правительство отстранило всех царских губернаторов и вице-губернаторов. Их место заняли губернские комиссары. Была законодательно запрещена цензура. Отменены национальные и религиозные ограничения на свободу передвижения, поступление на службу и учебу. Принят закон о свободе собраний и союзов. Казалось, что в России наступает эра свободы, равенства и братства, которую так ждала русская интеллигенция. И никого не смущали странные акции и мероприятия, которыми сопровождался приход этой новой эры. В церквях пели «Многое лето временному правительству», а по всей стране проходили так называемые «Дни свободы» или «Праздники перехода к новому строю». В городах разворачивались целые театрализованные действа с оркестрами и военными парадами. Служились особые молебны о даровании России свободы. Эти невиданные зрелища длились иногда по 10 часов и собирали огромные толпы народа. Сопровождались они коллективным пением революционных песен. Порой эти праздники походили на массовое сумасшествие. В Липецке, например, под хоровое пение был предан огню специально изготовленный черный гроб с надписью «Вечное проклятие дому Романовых». После сожжения гроба солдаты с музыкой, красными флагами и революционными плакатами прошли по городу. Дни свободы часто совмещались с похоронами тех, кто погиб во время уличных беспорядков. 23 марта на Марсовом поле в Петрограде в траурных колоннах шли несколько сотен тысяч человек. Гробы опускали в огромные братские могилы под залпы орудий Петропавловской крепости. Участвовали в церемонии представители Временного правительства, а военный министр Гучков даже встал перед могилами на колени и перекрестился.
Общая возбужденная атмосфера приводила и к конфликтам. Во время такого праздника в Кронштадте, где в дни революции было убито много офицеров, матрос с криком «Революцию с Богом не сделать!» ударил священника прикладом. Другой матрос избил диакона. Тот осмелился предложить похоронить офицеров, которых замучили матросы. Но основной удар ненависти приняли на себя памятники. Бахчисарай и революционно настроенные солдаты устроили погром в воспетом Пушкином дворце и разрушили памятник 300-летию дома Романовых. Феодосий монумент императору Александру III, умершему более 20 лет назад, зачем-то обклеили плакатами с надписью «Позор». В Киеве центр города украшал памятник трагически погибшему премьер-министру России Петру Столыпину. Над скульптурой устроили суд и приговорили ни много ни мало к смертной казни. После этого на шею бронзовому Столыпину накинули веревку и повесили. Потом скульптуру сорвали с монумента и уволокли с центральной площади Киева. Подобные представления приводили уличную публику в восторг. Но у большинства жителей они вызывали разумное недоумение и страх. От новой власти ждали не только свободы, но и порядка. Однако период эйфории прошел, а хаос в стране только усиливался. Отчасти в этом было виновато правительство. Но куда большую роль в охвативших страну разрушительных процессах сыграл параллельный орган власти – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В руководство совета входили и те, кто в феврале организовывал стачки и беспорядки на улицах – Гвоздев, Богданов и бывший депутат Думы Скобелев, и другие либералы и социалисты. Возглавлял Петроградский совет Николай Чхиидзе. Николай Семенович Чхиидзе из грузинской дворянской семьи, депутат Госдумы от фракции меньшевиков, совместно с Гвоздевым и Богдановым стал одним из организаторов Петроградского совета рабочих депутатов. При этом его, как и других, никто в совет не выбирал. Возглавлял руководящие органы совета. Совет на словах признал временное правительство, но сразу же вступил с ним в борьбу, претендуя на власть в стране. А принятый Советом приказ номер 1 давал возможность лишить временное правительство вооруженной силы. Приказ номер 1 издан Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов 1 марта 1917 года. Приказом предписывалось немедленно создать в воинских частях выборные комитеты из солдат и матросов. Все военнослужащие отныне подчинялись не своим офицерам, а только этим комитетам. Кроме того, у офицеров отбиралось оружие. Любые приказы командования рассматривались комитетами, которые и выносили решение, следует выполнять данный приказ или нет. Документ был напечатан колоссальным тиражом – 9 миллионов экземпляров. Приказ номер 1 нанес сокрушительный удар по дисциплине в воюющей армии. Солдаты отказывались идти в атаку, приказания офицеров игнорировались, а воинские части превращались в сборище вооруженных людей. Это вызывало негодование офицеров и военачальников, многие из которых все больше становились на сторону контрреволюционных сил, то есть против советов. В своей борьбе с текущей властью деятели советов опускались до откровенной демагогии, давая невыполнимые обещания населению и солдатам и обвиняя временное правительство в реакционности и контрреволюции. При этом сами советы не несли вообще никакой ответственности за положение дел в стране. Но за ними стояла вооруженная масса людей на улицах городов, и с ними приходилось считаться. Для контроля за деятельностью Временного правительства Петросовет создал так называемую «контактную комиссию исполкома», все пожелания которой удовлетворялись министрами незамедлительно. В России образовалась крайне опасная для страны система двоевластия. С одной стороны Временное правительство, с другой – Советы. Причем правительство оказалось в положении слабейшей, постоянно отстающей и во всем виноватой стороны. В свою очередь и на Советы, и на правительство оказывали давление многочисленные политические партии и группы. Одной из самых непримиримых из них были большевики. В их лице Петроградский совет получил опасного противника –
Большевики – экстремистское крыло Российской социал-демократической рабочей партии во главе с Владимиром Ульяновым Лениным, которая образовалась после ее раскола на фракции большевиков и меньшевиков. Со временем на сторону Ленина перешли и некоторые меньшевики, такие как Лев Троцкий и другие. После падения монархии в стране появилось просто немыслимое количество различных партий и групп. Самые влиятельные из них – кадеты, эсеры, меньшевики, большевики и различные группы анархистов. Кадеты были единственной силой из дореволюционных партий, сохранившей остатки влияния. Теперь они назывались «Партией народной свободы». Но после революции власть над умами безраздельно принадлежала различным социалистическим партиям. Лидером среди них стали социалисты-революционеры, или эсеры. В 1917 году их численность достигла рекордного числа – около миллиона человек. Популярной была Российская социал-демократическая рабочая партия меньшевиков. Программы меньшевиков и эсеров были похожи – передел земли, республиканский строй, федеративное устройство России. Эсеры имели большое влияние в крестьянской среде, меньшевики – среди рабочих. А вот социал-демократическая рабочая партия большевиков весной 1917 года сколь-нибудь серьезным влиянием не пользовалась. Почти все ее лидеры находились в ссылках, тюрьмах или эмиграции. Ситуация стала меняться после амнистии. Бывшие узники торжественно покидали места заключения на двух специальных поездах. На станциях их встречали митингами, оркестрами и красными знаменами. Прибывали большевики и из-за рубежа. В апреле в пломбированном вагоне из Швейцарии транзитом через враждебную Германию и нейтральную Швецию в Петроград приехал лидер большевиков Владимир Ульянов – Ленин. На финляндском вокзале его встречали почетный караул и питерские рабочие из его сторонников. Ленин забрался на броневик и выступил с речью, которую закончил призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Затем он направился в штаб большевиков, расположившийся в захваченном особняке, который ранее принадлежал знаменитой балерине Матильде Кшесинской. Здесь Ленин призвал своих соратников немедленно начать подготовку к свержению временного правительства. Эти заявления звучали пугающе радикально. Но еще до приезда Ленина в Россию Керенский на заседании правительства произнес правительские слова. А вот погодите, сам Ленин едет. Вот когда начнется по-настоящему. Керенский был моложе Ленина на 11 лет. Оба они уроженцы города Симбирска, причем Владимир Ленин закончил гимназию, которой руководил отец Керенского. Керенский много знал и о Ленине, и о его энергии, и о методах революционной борьбы. С его приездом все действительно началось по-настоящему. Ситуация, в которой оказались большевики после февральских событий, была непростой. Их влияние на рабочих и солдат было незначительно. Ни во временном правительстве, ни в руководстве советов большевиков не было вовсе. Но Ленин понимал и всю шаткость положения своих противников, а потому придерживался следующей тактики. С одной стороны, беспощадно критиковать любые действия и правительства, и советов. С другой – приложить все силы, чтобы получить влияние в советах, захватить в них руководство, а затем, используя солдат и рабочих, поддерживающих советы, арестовать временное правительство и захватить власть. Для выполнения этой программы предстояла огромная работа по агитации среди рабочих и солдат, требующая немалых средств. В условиях отсутствия радиовещания и телевидения основными средствами массовой информации оставались печатные органы, а также выступления агитаторов на митингах. Тот, кто платил больше за печатную продукцию, тот, кто перекупал агитаторов и ораторов на митингах, тот и поднимал рейтинг своей политической партии. Все силы и средства большевиков были брошены на эту работу. По мнению ряда исследователей, решающую роль в этой борьбе сыграли материальные средства, поступавшие большевикам из Германии, а также печатная продукция, которая выпускалась немецкими и шведскими типографиями.
Кроме того, именно большевики предлагали самые высокие гонорары агитаторам за выступления на митингах. С самого начала Первой мировой Ленин выступал сторонником поражения России в войне. Это позволило немецкому министерству иностранных дел и разведке Германии делать определенную ставку на большевиков-ленинцев, которые содействовали бы выводу России из войны. В этом случае положение Германии, воюющей на два фронта, существенно облегчалось. Поэтому Германия дала разрешение на проезд Ленина через ее территорию. 8 апреля один из руководителей немецкой разведки в Стокгольме телеграфировал в МИД в Берлин. «Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы этого хотели бы». Германия не жалела денег на так называемую мирную пропаганду в воюющих против нее странах. Так, по данным британского историка Джонатана Смила, к концу 1917-го расходы Германии на организацию беспорядков в России составили приблизительно 30 миллионов марок. Тем не менее, вопрос о финансировании большевиков Германии до сих пор остается предметом дискуссии. День за днем влияние большевиков в Петрограде росло. Вскоре в Россию из Соединенных Штатов Америки вернулся Лев Троцкий. Лев Давидович Троцкий, сын крупного землевладельца Давида Бранштейна. С юных лет участвовал в революционном движении, изучал марксизм, занимался журналистикой. Во время русской революции 1905-1907 годов стал одним из руководителей Петроградского совета, был арестован и приговорен к ссылке на поселение в Сибирь. Но по дороге сбежал и уехал в эмиграцию. После возвращения в Россию Троцкий вначале был лидером маленькой фракции так называемых социалистов-межрайонцев, которые выступали за объединение меньшевиков и большевиков. Но свою судьбу он уже связывал с Лениным и большевистской партией. Едва приехав в Россию, Троцкий выступил в Совете рабочих и солдатских депутатов и заявил: «Русская революция — это пролог к революции мировой. Я думаю, что следующий ваш шаг — это будет передача власти всецело в руки Советов рабочих и солдатских депутатов». Эти слова прозвучали объявлением войны Временному правительству. Тем временем, в середине апреля, следователь Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Павел Александрович Александров открыл производство уголовного дела против большевиков по подозрению в связях с германскими спецслужбами. Основанием послужили ряд перехваченных писем и телеграмм Ленина и его соратников за границу. Им планировали предъявить обвинения в шпионаже и содействии Германии сразу по трем статьям Уголовного уложения Российской империи. Следствие приступило к сбору материалов, но угроза ареста нависла над всем большевистским штабом. Обстановка в стране накалялась. Временное правительство проигрывало борьбу с Петроградским советом, но в то же время боялось атаки со стороны сил контрреволюции и в первую очередь военных. В русской армии началась массовая чистка, главным инициатором которой стал военный министр Гучков. Каждый старший военачальник должен был получить специальную аттестацию, которую выдавали доверенные лица Гучкова. Эти документы в среде военных получили название «мерзавки». На основании таких аттестаций только в марте 1917 года своих должностей лишилось 60% высшего командного состава. Среди них 8 командующих фронтами и командующих армиями, 35 командиров корпусов и 75 начальников дивизий. Для армии, которая вела тяжелую войну, это было совершенно недопустимо, что и привело к тяжелым последствиям на фронте. Одним из первых из армии уволили командующего 3-м кавалерийским корпусом Федора Келлера, генерала от кавалерии, героя войны, прозванного «Первой шашкой России».
6 марта Келлер отправил отрекшемуся императору Николаю II телеграмму с просьбой не покидать престол. Генерал отказался присягать временному правительству, заявив: «Я христианин и думаю, что грешно менять присягу». Телеграмма была перехвачена и перенаправлена Гучкову, который и приказал отправить Келлера в отставку. Келлер Федор Артурович. Генерал от кавалерии, герой русско-турецкой и Первой мировой войн. Кавалер солдатских георгиевских крестов и нескольких высших орденов Российской империи. В 1918 году с отрядом из 30 офицеров защищал Киев от петлюровцев. Взят в плен и предательски убит. Стал прототипом полковника Найтурса в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия». Правительство не верило в лояльность старших офицеров, к тому же боялось услышать обвинения в предательстве революции, а потому шло на поводу у солдатских масс. Чистка в армии сопровождалась арестами офицеров и доносами. К обычным в военное время поискам шпионов добавились и обвинения в контрреволюционной деятельности. Вы арестованы. Подливали масло в огонь и газеты. Сначала они пугали близким немецким наступлением, которое задушит революцию, а затем клялись, что русская революция не отступит перед тевтонскими штыками и не отдаст политых кровью завоеваний. Эта газетная истерия дала свои результаты. К Таврическому дворцу явился Волынский полк и потребовал войны до победного конца. С транспарантов и знамен митингующих кричали надписи: «Не забывайте своих братьев в окопах! Война до полной победы! Да здравствует Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов!» Такие же манифестации провели и другие гвардейские полки – Павловский, Семеновский, Литовский. Но ситуация в армии день ото дня становилась хуже, и митингами ее было не поправить. Массовая чистка командного состава только усугубила положение. Попытки отменить приказ номер один ни к чему не привели. Гучкову удалось добиться от исполкома Петроградского совета издания приказа номер 2, который уточнял, что положения приказа номер 1 распространяются только на тыловые части. Но солдаты на фронте об этом не захотели и слушать. Приказы командиров по-прежнему обсуждались в комитетах, а за восстановление дисциплины совет бороться не стал. В это время в Петроград прибыл командир уссурийской казачьей дивизии генерал Крымов. Ранее он был одним из лидеров военной оппозиции, вместе с Гучковым замышлявший государственный переворот. Гучков вручил Крымову командование 3-м конным корпусом, которым ранее командовал генерал Келлер. Теперь же Крымов привез в революционную столицу свой план – навести порядок в течение 2 дней и силами одной дивизии. Львов и Гучков рискованную затею поддержать не решились. И Крымов, получив повышение в должности, отправился назад на фронт. Но идея установления в России военной диктатуры в некоторых умах с тех пор поселилась прочно. Не прошло и месяца после отречения императора. В стране должны были начаться выборы депутатов в учредительное собрание. Этот высший государственный орган и должен был определить будущее устройство державы. И решить, будет ли Россия республикой или останется монархией. Но к этому времени уже сформировались основные политические силы, вступившие в схватку за власть. Временное правительство, которое не спешило ни расставаться со своими полномочиями, ни созывать учредительное собрание, а также никому не подчиняющиеся советы рабочих и солдатских депутатов. И правительство, и советы состояли в основном из эсеров и меньшевиков. Они, собственно, и были действующей властью. В оппозиции к ним стояли силы, желающие эту власть отобрать. Военные, готовые установить в стране диктатуру. Большевики во главе с Лениным. Другие партии и силы. Самым шатким было положение критикуемого со всех сторон Временного правительства. В конце апреля оно столкнулось с первым серьезным кризисом. Спровоцирован он был, казалось, ничем не примечательной дипломатической нотой Милюкова. В этом документе, адресованном союзникам России и прежде всего Франции и Великобритании, министр иностранных дел заявил, что Временное правительство будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников.
Ничего контрреволюционного в этих словах не было. О том, что Россия будет вести войну до победы, Временное правительство заявляло не раз. Тем удивительнее оказалась реакция на ноту Милюкова. Как только газеты опубликовали ноту, дезертиры и солдаты запасных полков, ни дня не сидевшие в окопах, повалили на улицу. Заявление Милюкова означало для них одно – скорую отправку на фронт, чего они старались избежать любой ценой. Поддержанные большевиками, запасники утверждали, что шли спасать революцию, хотя на самом деле это была лишь очередная попытка избежать передовой. Вооруженная толпа окружила Мариинский дворец, где заседало Временное правительство. Настроение у министров было близким к панике. Один из них даже сказал: «Может быть, через несколько часов мы все будем сидеть в крестах или крепости». Заседание правительства подходило к концу, когда в Мариинский дворец прибыл генерал Корнилов. Корнилов Лавр Георгиевич, генерал-лейтенант, сын чиновника, записавшегося в казачье сословие. Служил в Туркестане, провел ряд разведывательных экспедиций на Востоке. Во время Первой мировой войны начальник 48-й пехотной дивизии, получивший за свою доблесть прозвище «Стальной». Попал в плен, но сумел бежать, после чего назначен командиром корпуса. С марта 1917-го командующий войсками Петроградского военного округа. Подавление восстания. Корнилов предлагал подавить выступление вооруженной силой. Генералу ответил Керенский. Лавр Георгиевич. Наша сила заключается в моральном воздействии. В моральном влиянии. И применить вооруженную силу значило бы выступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным. Что я считаю невозможным? Тем временем к Мариинскому дворцу стягивались сторонники правительства. Появились новые лозунги: «Война до победного конца» и «Верните Ленина Вильгельму». Вечером состоялось совместное заседание Временного правительства и Петроградского совета, где социалисты потребовали отозвать ноту. Милюков отказался. Уже на следующий день на улицах начались перестрелки. Точное количество жертв неизвестно, но оно было невелико – несколько человек раненых и ни одного убитого. Однако бескровный период русской революции закончился. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Таким образом, 21 апреля на Невском проспекте пали первые жертвы междоусобной борьбы. Были пролиты капли крови свободных русских граждан, вышедших на улицу доказать свою приверженность новому строю. Под страхом вооруженной толпы правительство отправило в отставку министра иностранных дел Милюкова и военного министра Гучкова. Два политика, приложившие все силы для свершения революции, не пробыли на своих постах и месяца. Вскоре и генерал Корнилов оставил должность и отправился на фронт. Временное правительство, располагая как вооруженной, так и моральной силой, побоялось ими воспользоваться и проиграло. В результате был сформирован новый состав Временного правительства. Новым министром иностранных дел стал сахарозаводчик Терещенко. Резко усилились позиции Керенского. Он занял ключевой пост военного министра. Установившийся между правительством и Петроградским советом мир чуть было не разрушили события, произошедшие в Кронштадте. Местный совет объявил себя единственной властью в городе и отказался признавать Временное правительство. Но в этот раз до кровопролития дело не дошло, и власть была восстановлена.
Помимо внутриполитической борьбы, еще одной проблемой для Временного правительства стал рост сепаратистских настроений в разных уголках бывшей империи. Партия Дашнак-Цутюн – союз в Армении, партия Мусават – равенство в Азербайджане, союз горцев Кавказа и множество других национальных организаций объявили свои народы угнетенными, требуя как можно больше прав и привилегий. А созванная в Киеве Центральная Рада заявила о необходимости предоставления Украине автономии. Этот самозванный орган в первые месяцы революции неожиданно приобрел большую силу. И в середине мая делегация из Киева отправилась в столицу. Делегаты требовали от Временного правительства признать Центральную Раду высшим органом власти на Украине, а также предоставить автономию. Киевской делегации ответили отказом. Первая атака на центральную власть была отбита. А в Петрограде продолжалась зыбкая эра согласия между Временным правительством и Петроградским советом, состоящим из эсеров и меньшевиков. Начавшийся в начале июня первый Всероссийский съезд Советов принял резолюцию о доверии Временному правительству. На том же съезде был образован Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов, ВЦИК, под предводительством меньшевика Николая Чхиидзе. По решению съезда Советов на 18 июня была назначена массовая манифестация. В ней приняли участие до 500 000 человек. Тут и стало заметным то влияние, которое партия Ленина приобрела всего за 2 с небольшим месяца. Демонстрация шла под большевистскими лозунгами. Совет, называвший себя представителем народа, только что выразил доверие Временному правительству. А народ вышел на улицу с лозунгом «Долой Временное правительство и 10 министров-капиталистов». По мнению эсеров и меньшевиков из Петроградского совета, остановить войну можно было лишь одним способом – победить врага. А народ скандировал «Пора кончать войну! Вся власть советам!» Доверие народа явно переходило к большевикам. Ленинская программа агитации солдат и рабочих оказалась вполне действенной. Благодаря популистским лозунгам и обещаниям большевики получали все большее воздействие и на уличные массы. А через это влияние они были близки к тому, чтобы возглавить и весь Петроградский совет. Несмотря на то, что манифестация проходила мирно, встревожилось не только руководство совета, но и Временное правительство. Военный министр Керенский даже получил особые полномочия для подавления возможных беспорядков. Беспорядков не было, но серьезно обострилась проблема анархистских групп. Анархизм, от греческого «анархия» – «безвластие». Учение, основанное на теории о неограниченной свободе и равенстве прав всех людей. Анархисты отрицали необходимость существования всех типов общественной власти и государства. Движение не было однородным и состояло из различных групп, партий и кружков. Анархисты опирались на силу своих боевых отрядов. Несмотря на многие беззаконные акции анархистов, их идея о передаче заводов трудящимся пользовалась популярностью среди рабочих. К лету 1917 года анархисты захватили контроль над некоторыми профсоюзами и организовали выпуск газет. По отношению к войне и Временному правительству они занимали самую непримиримую позицию. 5 июня боевой отряд анархистов незаконно захватил типографию газеты «Русская воля». Попытки Петроградского совета вмешаться закончились безрезультатно. Анархисты заявили, что никакой совет признавать не желают. Во дворе типографии установили пулемет. Анархисты начали печатать прокламации. Министр юстиции Переверзев приказал командующему Петроградским военным округом генералу Половцеву освободить типографию. После недолгого сопротивления анархисты сдались. Захватчиков выводили под аплодисменты уличной толпы. Генерал Половцев вспоминал: «Публика, запрудившая все соседние улицы, устраивает мне бешеную овацию, как будто я взял Берлин».
Напуганное этими вооруженными акциями, правительство попыталось захватить штаб анархистов, который находился на даче бывшего царского министра Дурново. Эта попытка закончилась протестами и беспорядками. Анархисты кричали: «Власть душит революцию!». Под этим лозунгом они подняли рабочих на демонстрации, и те потребовали оставить штаб анархистов в покое. Начались забастовки. По городу ходили слухи о проведении карательной операции. Через несколько дней анархисты совершили налет на знаменитую тюрьму Кресты и освободили шестерых своих товарищей. Ситуацией воспользовались сотни уголовников, которые сбежали из тюрьмы. После этой акции за дело вновь пришлось браться генералу Половцеву. Солдаты проникли в здание дачи и арестовали 59 анархистов. Один из них погиб при невыясненных обстоятельствах. Министру юстиции Переверзеву, который прибыл на место операции, анархисты кричали: «Товарищ министр, вы убийца!». После всех этих акций, граничащих с бандитизмом, генералу Половцеву и министру юстиции пришлось еще и оправдываться перед съездом советов за насилие над революционерами. Погибшему анархисту устроили торжественные похороны. А спустя некоторое время всех арестованных анархистов, как ни в чем не бывало, выпустили на свободу. В Петрограде бурлила политическая жизнь, граничащая с хаосом и сумасшествием. Все министры и оппозиционеры, большевики и анархисты, решая свои политические задачи, словно забыли о том, что страна находится в состоянии войны. Должность верховного главнокомандующего армии занял генерал от кавалерии Алексей Брусилов. Он возглавлял ставку верховного командования, которая подчинялась временному правительству и военному министру Керенскому. Петроградские советы, солдатские комитеты также пытались оказывать давление на руководство армией. В результате всех этих влияний и после принятия приказа номер один дисциплина и боевой дух военнослужащих снизились. Понятия воинского долга и верности присяги порой не стоили для них ничего. К октябрю численность армии достигла 10 миллионов человек, хотя на фронте находилось лишь около 20% от общего числа. А между тем командование готовило грандиозное наступление. В случае успеха Австро-Венгрия выводилась из войны, а немецкий Восточный фронт обрекался на оборону и потерю инициативы. Из-за революции запланированное на апрель наступление пришлось отложить, поскольку сменилось руководство армией. Но теперь солдаты воевать не желали вовсе. На фронт отправился сам военный министр Керенский. Он собирал митинги, выступал перед солдатами, призывал показать мощь новой революционной армии. Острословы даже прозвали Керенского «главноуговаривающим». Но своей цели военный министр добился. 18 июня после мощнейшей артиллерийской подготовки в наступление перешли 11-я и 7-я армии, наносившие главный удар в направлении на Львов. Приказ о наступлении отдавал не новый верховный главнокомандующий генерал Брусилов, а военный министр Керенский. Успешное наступление должно было стать его личной победой. Поначалу русские войска действовали успешно. Они заняли три линии вражеских окопов, захватили много пленных и трофеев. Немцы были поражены, они не ожидали от русских такого натиска. Но затем все застопорилось. Передовые части несли большие потери, а остальные солдаты не хотели ни воевать, ни умирать. Началось паническое бегство многих частей. Целые дивизии обращались в позорное бегство перед отдельными ротами неприятеля. Деморализованные части не слушались больше никаких приказаний и стремительно двигались на восток. Солдаты порой не только отказывались идти на позиции, но и грозили расправой своим офицерам. 2 июля за попытку остановить бегство с передовой был убит командир 22-го гренадерского суворовского полка подполковник Рыков. Главнокомандующий фронтом генерал Гутер немедленно приказал расформировать полк,
Но ситуацию это не исправило. С передовой бежали не все. С лучшей стороны показала себя 8-я армия генерала Корнилова. Ей удалось продвинуться на десятки километров, занять неприятельские города Галич и Калуш. Но в целом картина была удручающей. Австрийцы и немцы, видя слабость русских войск, перешли в контрнаступление. Оно оказалось успешным. Русские войска не выдержали удара и побежали. Армия стала превращаться в неуправляемую толпу, которая сметала все препятствия на своем пути, грабила и убивала. Началось повальное дезертирство. Дезертиров ловили и вешали. Нестройные толпы отступающих войск шли среди качавшихся на деревьях и телеграфных столбах трупов своих товарищей. Последнее грандиозное наступление русской армии закончилось полным провалом. Не прошло и 4 месяцев после победы революции. Враг наступал. Армии практически не существовало. А политики в тылу вели страну к новой катастрофе.